Добрый день. Виталий, компания Boston Technic. Вашему вниманию хочу предоставить вот такой вот замечательный комбайн Vector 410. Данный комбайн подается без жатки. Жатку нужно будет покупать отдельно. Ну и, соответственно, поэтому и цена такая. Он 2014 года. Все, что возможно было, я сфотографировал. Абсолютно все. Что здесь у нас? У нас здесь стоит новая резина. Убирал только только семечку и только зерно. Кукурузы нет. Фотографии, кстати, тоже я предоставил. Там можно будет увидеть, что даже во всех рабочих органах максимум, что это семечко. Пожалуйста, показываю. Да, то есть вот он, подсолнух сушеный. Обращаю внимание, рама была подварена. Но рама была подварена уже, соответственно, не новым хозяином, а до него кто был. Ну, больше вообще никаких косяков. То есть, именно по всему остальному, да, то есть по периметру, сварных швов нет. Абсолютно все в рабочем состоянии. Его можно заводить, садиться, ехать. Вообще не вопрос. Вот опять обращаю внимание на колесо на заднее. Оно стоит абсолютно новое. Вообще никаких вопросов. Вот смотрите. Показываю, да? Забито семечкой. То есть кукурузы вообще даже и не пахнет. Плохо, что, конечно, не почистили, не продули такие места. Мое мнение, я так считаю, что все-таки, если на зимовку ставим, то нужно абсолютно все продуть. Вот, посмотрите. Идеально. Сюда тоже вот снимаю. Смотрите. Ни одной кукурузинки здесь не видать, поэтому хорошо. А, наработка, кстати говоря, значит. Наработку сейчас показывает 1800. Меня это смутило, потому что все-таки 2014 год. На что хозяин сказал да, на самом деле. Значит, было. Произошло прежде всего воровство. Сняли, украли компьютер. Компьютер поставили с другого комбайна. Фактическая его наработка где-то 2300-2500. Здесь вообще абсолютно все в рабочем состоянии. Итак, еще раз, значит, где-то 2300-2500 это его чистая наработка. Сколько нажатки ответить не смогли, да, но как бы сама наработка она есть. Рамка новая. На данный момент, почему не смогли завести? Значит, на нем нет стартера, но стартер уже куплен, вернее, как он заказан, уже деньги оплачены. Через неделю максимум приходит, то есть стартер будет установлен. Все. Я не знаю, что еще сказать. Отличный боец. Стартер меняют, потому что вышел из строя. Салон, ну, я считаю, что для такого года вообще идеальнейший. Вот, пожалуйста, здесь показываю. Вот, смотрите, все чистенько убрано, вообще все аккуратненько. Один комбайнер работал, поэтому нет вопросов. Люди его продают только потому, что купили новые. Кстати, таких два штуки будет в продаже. Два вектора будет. Следующий вектор я сниму в следующем ролике. Там тоже есть свои особенности. Пожалуйста, вот кому необходимо, обращайтесь, у нас уже есть.